Юля, я очень рада пообщаться с тобой в более спокойной обстановке, потому что эти несколько дней обучения, общения с другими командами, ну, согласись, не всегда есть возможность найти эту минутку. Мне кажется, я прямо сейчас выдохнула. Вот, вот прям согласна с тобой, да, абсолютно. Поболтаем с тобой. Да. Я очень рада, что ты нашла время. Поделись, пожалуйста, как история такой замечательной, заботливой мамы, многодетной мамы, замечательной жены, вдруг превратила в тебя в такую успешную, серьезную, состоявшуюся бизнес-леди? Оль, я, в принципе, изначально карьеристка, ну, то есть семья – это параллельный проект, который в моей жизни есть, я этому очень рада, но я даже когда ждала детей, я никогда не было, ну, ни одного дня, чтобы я не работала, чтобы я не занималась чем-то, то есть я никогда не сидела в декретах, ну, в привычном понимании, да? Вот, и сейчас, в принципе, дети тоже, они вот, поддерживают и в курсе всего, что у меня происходит в работе, вот, они в теме, чем я занимаюсь, что такое UDS, они могут даже это клиенту рассказать или сами баллами пользоваться. Ой, знакомая ситуация. Да, поэтому... Историю-то, наверное, ну, ты ее знаешь, я, может быть... Здесь я, ну, наверное, подскажу для тех, кто впервые видит себя и не знает, да, историю. Здесь прослеживается та самая семейность, которую я, на самом деле, очень обожаю. Кто пригласил тебя в бизнес? Пригласила меня в бизнес моя мама, это мой куратор Елена Орлова. Она приехала со своим куратором ко мне в гости, рассказала об идее, а так как у нас с мужем уже на тот момент существовал бизнес, которому 10 лет было, это издательство, это, то есть мы СМИ, средства массовой информации, у нас газеты, и, конечно, я уже очень много лет и до этого бизнеса я всегда работала в продажах, в рекламе, в маркетинге, то есть мне сразу было понятно, что за продукт, что за решение, почему здесь я сразу же увидела, да, потенциал, ну, а когда уже поразбирали, там примерно месяц я разбиралась, в общем-то, а что еще и за деньги, как здесь реализоваться, и тут меня, в принципе, мы быстро сориентировались, и получается, и мы с мужем этим бизнесом начали вместе заниматься, и мама здесь, да, куратор, но я думала, у меня были опасения, что мы можем поссориться в бизнесе, да. Вот, как некоторые, да, думают изначально, что лучше не работать с родственниками или там близкими друзьями, но как раз партнерские программы позволяют, наоборот, избежать этого, да, то есть здесь такая классная продуманная система мотивации, что ты, вот у каждого свой кошелек, и при этом вы замотивированы вместе что-то делать, поэтому я очень рада этому, и было, может быть, сложно как-то разделять сначала роли, где мама, где куратор, да, или там, где муж, а где бизнес-партнер, вот, но, конечно, за 6 лет уже пришел опыт. Определились. Да, 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 уже все. Отлично. Все понятно. Ну, не секрет, что в компании Global Intellect Service ты один из очень грамотных, серьезных, экспертных внедренцев. То есть это те люди, которые помогают предпринимателям разобраться с программой. Вот подскажи, пожалуйста, что именно влюбило тебя в продукт и что позволило как бы вот, ну, так мгновенно вырасти? То есть у тебя большие продажи, у тебя огромное окружение именно в плане сопровождения. Ну, отмечу несколько моментов, то есть изначально я продукт все-таки и в свой бизнес запускала, да, и это не совсем привычная история его применения, то есть это B2B, то есть мои клиенты — это предприниматели, и услуги мы для предпринимателей оказывали, поэтому пришлось адаптировать продукт под себя, и я думаю, ну, если это работает у меня, это работать будет вообще у всех, да. Конечно. Вот, потом я же начала строить сразу команду, то есть я сразу поняла, что в одни руки продавать это тяжело и долго, и, соответственно, у меня появились партнеры сразу, и у партнеров были вопросы, и эти вопросы сыпались ко мне, то есть у меня, в принципе, не было, ну, как сказать, не было выбора, мне нужно было разобраться в продукте, чтобы обучить и своих партнеров, и их клиентам помочь, да, то есть это первое. Второе, когда я сама работаю с продуктом или я его уже внедряла в несколько там разные первым клиентам, то у меня генерилась куча предложений для разработчиков, да, то есть кучу идей, которые мне надо было куда-то выплескивать, и я
подписала огромные эти, как сказать, документы, да, что еще надо сделать. И при ближайшей возможности, когда у нас там какие-то мероприятия проходили, просто их за руки дергала и говорю, вот это еще надо, вот это еще надо. То есть я несла кучу обратной связи. Ну и поэтому этот навык, он, в принципе, как-то сам по себе развился. А вот уже осознанно это сделать каким-то ремеслом и дополнительной точкой дохода, это появилось чуть позже, когда мы, в принципе, в компании инфраструктуру внедрения, да, запускали и вместе ее там развивали с ребятами. И вот уже здесь я поняла, что да, у меня уже вот так опыта, вот так кейсов, и да, я свое время, конечно, буду как-то монетизировать, да, и это еще можно продавать. То есть это как дополнительное направление с точки зрения дохода. Но этим можно было бы не заниматься, допустим, да, и дальше там просто заниматься продажами и работать с командой. Почему я все-таки? Потому что здесь не так много денег, как кажется, в этой, в этом проекте, да, в этой нише. Вот. И я приняла это решение все-таки как возможность моей команде дать готовую инфраструктуру для того, чтобы им руки высвободить. То есть у меня это не приносит мне таких денег, как приносит партнерская программа, даже личные продажи, да, какие-то. Но поскольку это инструменты для работы партнера, я взяла на себя просто такую, в том числе и здесь, ответственность. Да? Поэтому для того, чтобы пришел партнер к нам в бизнес, и ему было легко. То есть ему было легко продать продукт, ему было легко работать потом с клиентом, в принципе, снять вообще нагрузку. И самому разобраться. Да, и самому разобраться. Поэтому вот сейчас я просто делала для, в первую очередь, там, своей команды и, в принципе, для всех партнеров нашей большой компании. Вошла в историю, да? Да. Компании, точно. Вот подведя, так скажем, небольшой итог вышесказанному, я очень рада, что на самом деле экологичность подходов в работе как с партнерами, так и с предпринимателями. Это залог, вот, основы, наверное, лояльности и заботы, чтобы было к кому обратиться, да, чтобы помогли разобраться, помогли запустить программное обеспечение, да, чтобы достичь того самого финансового результата. И чтобы и клиент наш получил результат, да, да, и партнер получил результат, потому что у партнера будет а, кейс, б, деньги, наоборот, а, деньги, б, кейс, да, вот, и, конечно же, у клиента есть результат, и мы на этом результате строим дальше свой бизнес, да, то есть и он доволен, и партнер доволен, поэтому вот эта прослойка, да, специалистов по внедрению, конечно, она нужна и важна. Вопрос только в том, что у нас некоторые партнеры иногда в это хотят прийти. И вот здесь я задаю кучу проверочных вопросов, а ты хорошо ли подумал? Вот. Прийти сейчас именно внедрение, в смысле, да, имеется в виду. Да. Я вот с тобой делюсь, ты меня прекрасно поймешь, что у нас есть партнеры, которые, смотри, говорят, ой, а я, наверное, пойду заниматься внедрением, потому что я не могу продавать, у меня что-то не получается. Да, я как-то не получается строить команду, это, наверное, путь наименьшего сопротивления, потому что, ну, уже продукт же кому-то продали. А я этому Работа клиенту, выполнена, да, я этому клиенту пойду и внедрю. Я говорю, как ты заблуждаешься, дружок, какие это иллюзии. Давай я тебе вот расскажу, что, в общем-то, чем придется заниматься, да? И я показываю, я говорю, на самом деле внедренец трижды продает. Конечно. И здесь нужно иметь еще больше навыков в продажах, потому что к тебе придет на консультацию партнер с клиентом, которому ты должен продать продукт. Потом ты продаешь себя и свою экспертность, иначе не купят твои услуги. А потом ты продаешь клиенту те или иные решения, как нужно поступить, и ты это делаешь с ним постоянно, потому что ты говоришь, я рекомендую так, он говорит, не-не-не, я вот что-то переживаю, так не будем. И он опять, вот а ваши сотрудники отвечают. Да. Я говорю, поэтому внедренец, это, ну, сейчас мы в целом говорим маркетолог, да, то есть это как раз-таки не путь наименьшего сопротивления, так что вот 1000 как-то 7 раз отмерь, да, подумай. Да-да-да, 1 раз отрежь. Такие у нас уже партнеры есть кому обратиться, этого сейчас достаточно, поэтому я всегда рекомендую новичку брать готовое и работать с тем, что уже есть.
Очень вот. Здорово. Слушай, вот прям чувствуется, что настолько переполнена этим опытом, этими знаниями, что я уверена, те люди, которые сейчас смотрят этот ролик, понимают, слушай, как здорово, когда ты без знаний, без опыта, даже какого-то предпринимательского, тем более, когда мы говорим там маркетологи, внедренцы, там, да, какие-то новые слова. Абсолютно каждый человек может понять, что если он выбирает для себя или присматривает наше направление, он может опираться на эту экспертность. Да? Да, абсолютно да. любого предпринимателя. Да. Подскажи еще такой момент. Вот сейчас команда большая, да, растет. Она там в разных регионах, там, в разных странах и так далее. Как сейчас осуществлять эту работу? Особенно, когда речь идет, например, все-таки возвращаясь к материнству, семейности, особенно, когда мы как девочки, да, как ни крути, роль жены и матери с нас никто не снимал. И как это вот совмещать? Сейчас нас смотрят, например, кто-то в декрете сидит, кто-то сейчас там планирует, может быть, да, там, расширить и масштабировать свою семью, да. Вот как поступить в этом случае там женщинам? Да, стоит ли вообще, да, задумываться о том, что заняться каким-то бизнесом, именно нашим бизнесом, раз мы предлагаем партнерство с нашей компанией. А вот начну так чуть-чуть издалека. У меня есть, к сожалению, не очень хорошая привычка, я бывает часто опаздываю, то есть время для меня как бы действительно оно, это болевая точка, да, со временем, и муж всегда меня ругает, что вот ты опаздываешь или там еще что-то, и когда родился ребенок первый, он такой, да в принципе почти то же самое время, вот, то есть, хотя уже появился ребенок, думал, что усугубится, да, эта вся история. Потом второй, третий, вот, потом уже второй бизнес и так далее. И плюс-минус я осталась в том же диапазоне. То есть все-таки какая-то оптимизация, да, произошла, я так понимаю. Вот, поэтому есть даже такое выражение, да, есть такая пословица. Бог дает дитя, Бог дает и на дитя. Это про то, что если даже нам что-то еще приходит, какая-то новая возможность, мы все равно адаптируемся и оптимизируемся в ней. Но если мы к этому относимся действительно серьезно, потому что я не воспринимаю бизнес UDS как там какое-то дополнительное направление или какой-то факультативный проект в моей жизни. Нет, это проект, который я осознанно выбрала, что я этим буду заниматься. И если я сюда, вот знаешь, у меня такой подход, если я на это время жизни своей трачу, то я уже здесь выкладываюсь на 100%, иначе смысл, да, то есть, поэтому при этом я всегда говорю, я работаю, кто-то иногда использует, например, какую-то там свои какие-то обстоятельства детей или там еще какую-то занятость как отговорку, говорит, ну я не работаю, потому что у меня дети. Я говорю, я работаю, потому что у меня дети. Вот, то есть это совсем как бы противоположная, да, полярная точка позиция. Зрения. Так что если в принципе там девушка, женщина, да, в принципе любой человек, да, он хочет в чем-то реализоваться, состояться, зарабатывать, так относись к этому делу серьезно, планируй свою работу, да, у меня есть какие-то уже сейчас внутренние договоренности с семьей, к примеру, да, там я, дети знают, что не надо заходить и шуметь во время, когда мама в зуме, да, вот, там в комнату, либо за спиной, чтобы у меня в экран не попадать. Или там у нас с мужем договоренности, что я работаю до 19 часов и не работаю в субботу и воскресенье. То есть это обычный стандартный рабочий день, да, который я уделяю. Вот при этом что-то еще успеваю, там, то кашку сварить, то посуду помыть, да, между делом. Так что я для себя, скажем, я не считаю себя в этом плане каким-то героем. Просто собранным, организованным человеком. Определилась и захотелось сделать. Да. Отлично. Слушай, вот вопрос по поводу заработка, да, опять же, всегда очень актуален. Обещает кто-то золотые горы, кто-то говорит, там, надо прям очень долго постараться, а кто-то говорит, там, ничего не надо делать. Вот в данном случае, опять же, обращаясь к аудитории, там, мам, жен, какие заработки? Ты с каких денег стартовала? То есть вот в данном случае сколько ты заработала там в первые какие-то, может быть, там первый год? Сейчас какой заработок у тебя в месяц? То есть это вот... Смотри, мы изначально принимали решение
и не качались, у нас не было вот этого какого-то, знаешь, ой, начнем с малого, посмотрим, попробуем и так далее. Мы рассмотрели математику всех пакетов, да, которые компания предлагает, и мы сразу понимали, что VIP-пакет это однозначно, но если есть еще интереснее схема для того, чтобы ты максимально с продукта, например, зарабатывал и максимально строя команду, то это как минимум три, да, кабинета, своих три аккаунта, три VIP-пакета, и мы стартовали вот так. Вот, для того, чтобы снизить себестоимость лицензии и все бонусы в партнерке получать и прочее. Поэтому у нас была быстрая окупаемость. Как быстро мы купили? Сделали бонус быстро в первый месяц. Бонус быстрого старта. У меня появилось, кроме моих кабинетов, еще 4 партнера. То есть мы выполнили бонус быстрого старта, все на випах. Вот. И то есть, ну, мы окупились легко. И дальше у меня пошли еще продажи и по лицензиям. Вот на текущий момент у меня 5 VIP-аккаунтов. То есть не 3, я докупала себе спустя 2 года, делала это осознанно, с удовольствием, понимала, зачем. Исходя из финансовой стратегии, я так понимаю, когда уже разобралась. Да, исходя из финансовой стратегии. И сейчас у меня осталось, по-моему, там 12 лицензий, наверное, вот примерно. То есть у меня уже продукта практически нет, он заканчивается, да. Вот. Доходы сейчас, понятно, это могут быть скачкообразные, меньше 200 тысяч рублей в месяц у меня уже нет, у меня выше, бывает к миллиону доходы, ну где-то что-то средняя там, вот так можно ловить. Ну, я считаю, это хорошие деньги, если, тем более сейчас, я не могу об этом молчать, да, надо об этом говорить, тем более сейчас, ну, у нас вообще за вот 6 лет, сколько я в бизнесе, у нас компания всегда расширяла маркетинг-план и всегда давала еще какие-то возможности дохода. Да. То есть сейчас, я понимаю, у меня там клиентский портфель по всей команде какой, да, и это мои пассивные деньги, которые каждый день становятся больше. Это круто. Команда растет в разных регионах, уже в странах там разных, да. Так получилось, что у меня партнер запустил там Молдову, и вот одна из стран, как бы, сейчас мы там ведем активную работу. И что касается в продукте, нам же сейчас дали возможность намного больше даже в продукте зарабатывать. Да. Я тебе свою даже покажу стратегию. Я сейчас присматриваюсь исключительно к тем клиентам. Во-первых, я уже клиентов не ищу. Меня ищут, конечно. Меня находят, ко мне обращаются. Догоняют, да. И догоняют. Вот это правильно ты сейчас подметила, что именно... количество огромное исходящего за столько лет, и столько касаний и столько переговоров, которые были проведены, они же имеют теперь обратный эффект, накопительный, когда они возвращаются. Поэтому у меня вообще нет этой проблемы в расширении списка. Вот. Ну а что касается получения больших денег из продукта, я смотрю только на компанию, у которой большое количество филиалов. Да, потому что это дополнительные пассивные денежки. Мы получаем 30% с абонентской платы клиента. И чем больше сеть клиента, то есть у него, допустим, сеть ресторанов, сеть магазинов. Вот, это дополнительная плюшка. Конечно, для... это первая точка. Да. Второе, мы там опции какие-то продаем теперь клиенту. Ну и, конечно, рекламу. То есть вот сейчас, я не знаю, это просто какое-то... Вот у меня вот было ощущение еще, когда нам презентовали, да, этот продукт, что золотой дождь начинается, понимаешь? Ну то есть это время, когда... А тем более во всем, что сейчас в мире происходит. Сейчас, согласна, ну, просто полностью. Сами обращаются к нам, сами ищут альтернативные источники продвижения, потому что наш продукт, ну, нет аналогов. То есть вот это не тема сейчас у нас интервью, но я думаю, там... Партнеры, клиенты могут смотреть какие-то наши презентации, да, выступления. Я всегда нахожу возможность в этих выступлениях показать сильные стороны продукта, и я обосную любому, что нет альтернатив и нет похожих каких-то предложений. То есть рынок не дает то, что даем мы. Да, и я от этого кайфую, когда у нас клиенты получают, ну, мега-супер результатов продажи. Я настолько кайфую от той уверенности, которой ты пронизана, значит, хочется сказать, занавес, господа, занавес, да, потому что вот все, что ты сейчас сказала, подписываюсь под каждым словом, потому что я сама являюсь действующим предпринимателем и сама спасла свой бизнес в пандемию, поэтому благодарю тебя за настолько развернутый и проникновенный разговор, потому что абсолютно каждый предприниматель, каждый человек, который рассматривает эту возможность, я уверена, что нашел ответы на свои вопросы. Благодарю тебя. Спасибо тебе. Тебе, что пригласила, и что мы сделали классный материал теперь для наших клиентов и партнеров. Спасибо за интервью.